Вопрос. Почему гиена смеется? Давайте обсуждать, кто такие гиены. Да, давайте обсуждать давай, это. Да. Гиены это хищники. Это хищники, это хищники. Они относятся к роду... Кошачьих. Или гиена собачьи. Это бешеная собака. Это ну, бешеная собачьи, собака, собачьи. А они живут в основном в джунглях, стаями. Они смеются, во всех мультиках показано, что они смеются. Да, да, конечно. Давайте обсуждать это ложь. Давайте сначала подумаем, это ложь или правда. Наверное, это я ложь. Я думаю, что это ложь. Да, это ложь. Это ложь, потому это что... Как может бешеная собака смеяться? Вы видели гиен? Ну, мы видели гиен. Да, мы видели, понимаете? Гиена это такая облезлая собака, они питаются мясом. Да. А ну, может, да, потому что у них рот открыт и очень сильно подтянут, у собак не так. Как может у собаки сильно подтянут? Оттянут рот, аж до ушей. Ну, не до ушей. А может, у них такой рык, что... Может, у них голос такой, да. Да, голос. А вдруг, да, и голос, и вот такая, как улыбка у них. Может, она просто радуется то, что она живет? Ложь. Ну, я тоже так думаю, но я еще хотел бы предложить вариант, что она, когда скалится, и она... Рычит. Да, рычит, так... Ну, и плюс, когда она скалится, такая у нее, как улыбка. Я тоже так думаю. Да. Вот я думаю, они смеются, потому что у них... Произошел какой-то зловещий план. Какой зловещий план? Я думаю, как они могут смеяться? А я думаю, что это ложь. Я тоже, это однозначно ложь. Почему гиена смеется? Потому что у них все настолько плохо, что им только это и остается. Потому что они сошли с ума. Они смеются сами себя. Потому что они оптимисты. Потому что они смешные. Потому что они очень жизнерадостные животные. Почему гиены смеются? Потому что их создала природа. Ну, потому что они очень оптимистичные животные. Потому что они всегда так смеются. Потому что они просто смешно выглядят, смотрят на друг друга и смеются. Мы считаем, что это миф. Гиена не смеется.